У берегов Лампедузы продолжаются поиски тел погибших в кораблекрушении, произошедшем здесь 3 дня назад. На судне находилось около 500 нелегальных мигрантов из стран Африки. Лишь 155 из них смогли спастись. К настоящему времени водолазы извлекли из-под воды около 180 тел. Пропавшими без вести по-прежнему числится более 100 человек. Италия настаивает на выработке общей европейской политики в отношении нелегальных мигрантов, число которых все увеличивается. Об этом заявила министр по интеграции Сесиль Кьенге, которая посетила Лампедузу. «Мы не можем одни справиться с этой трагедией. Нужно, чтобы действовала вся Европа. Мы должны быть в состоянии дать ответы беженцам, тем, кто нуждается в защите и приходит сюда за помощью». В пятницу в Италии был объявлен национальный траур по жертвам трагедии. Власти страны заявляют, что намерены в скором времени пересмотреть миграционное законодательство, чтобы привести его в соответствие с новыми реалиями. По официальным данным, с начала года в Италию по морю прибыли почти 30 тысяч нелегальных мигрантов.